приходится, а именно 0-0 ударов в створ, соответственно, и 0-0 на табло. В принципе, все абсолютно логично. Шихбабаев передачу выполняет центр, а вот и момент возникает и решает свой эпизод Никита Муромский. Первый удар в створ активнее. Да, передача в штрафную от 10 номера. Ну и Муромский все здорово сделал. Обработал передачу этой самой обработкой. Отрезал от мяча Николая Смирных. Ну, фалить не было возможности. Учит.